На богатство и драгоценности в подарок. Где скат липоки? Лучше всего смотреть на реальные горы. Если нет такой возможности, на валуны. Горы Щебенки тоже подойдут. Асфальт, бетон не сработает. Или на ювелирный магазин смотрите, дорогой, где реальные драгоценности, а не имитация. Не уверены? Не смотрите. Разоритесь. Или валуны, горы, или много драгоценностей. Подделочные камни не годятся, если их мало. Только если их много, как в магазине. Важен объем и происхождение. В дар принести бокал красного полусладкого на алтаре. В дар тескатлипоки. И смешайте гальку или песок с сахаром, минимум 1 килограмм, и оставьте это на алтаре. А после на любом природном камне или песке. В дар тескатлипоки. И после скажите. Из недр своих пришли мне богатство и драгоценности в подарок. Прошу тебя и заклинаю. На этом ритуал окончен. Драгоценности и деньги вы получите по-любому, даже если это вам не суждено было. В дар тескатлипоки. В дар тескатлипоки. Тескатлипока в мифологии ацтеков и майя один из трех главных богов. Правитель материального мира, стихий. Он же разрушитель мира, он управляет севером. Только в Америке. И один из трех главных богов.
В дар тескатлипоке. И после скажите. Из недр своих пришли мне богатства и драгоценности в подарок. Прошу тебя и заклинаю.